Израильское правительство задумалось о создании искусственных островов, чтобы компенсировать нехватку земель. Рукотворная суша в первую очередь помогла бы вынести за пределы береговой черты крупные объекты инфраструктуры, которые нерационально размещать в пустынной зоне. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху уже заявил о своей поддержке этой идеи. «Израиль – маленькая и перенаселенная страна», – сказал он. Таким образом, идея искусственных островов для нас логична с точки зрения экономики, территории и безопасности. Кроме того, она имеет значение для охраны окружающей среды. В Израиль отправляется и телеканал ТБН «Россия» и приглашает телезрителей, друзей и партнеров принять участие в поездке с 6 по 13 сентября. Участников тура ждет насыщенная культурная программа, посещение известнейших достопримечательностей Святой Земли, встреча с мировыми служителями, а также съемки уникального прямого эфира. Подробную информацию о поездке можно найти на нашем сайте www.tbn-tv.ru. Далее в выпуске «Новости культуры».